Привет. А? Готовим кушать. А папа что-то нам принес. Что принес? А? Суши. Папа вымыла голову? Ну что? Видишь, краска уже не такая яркая. Как? Куда я мыла? Я вот там все. Все было красное, все да? Все было розовое. Розовое. А. Папа купил курочку, гриль. Как всегда. О, она еще горяченькая, мама. Да покажи, я посмотрю по акции со скидкой. Конечно. Как он называется? Да. Ну ладно, пожарь. Значит, на вечер будете сосиски кушать. Маргарит, покажи, как ты упала. Нет. Ну покажи. Нет. Ну, покажи. Это потом все увидят. Маргарита, вчера ты ходила, да? Или когда? Вчера она ходила на танцы, ну, на гимнастику. Вот. И... У меня нога такая. И сделали один трюк, да? Одно движение, и Маргарита вот упала. Одна вот так? Девочка ее не удержала, да. А Маргарита... Девочка она. Вот так вот нагибалась, и Маргарита сзади должна была назад здесь сделать это колесо, да? Кувыркнуться вот назад. Вот. Опаля. Бедная. Мне было больно. Не было больно? Нет. Ну, хорошо. Но я забыла с собой взять. Она... Я вижу, что девочка нам меньше тебя. Почему вы не поменяетесь местами? Она не хочет. Она боится? Она умеет делать назад кувырок колесо? Она не хочет. Ну, значит, сегодня будем чай с тортиком пить. Почему сегодня? Ну, прям сейчас. Прям сейчас мы будем кушать сначала. А потом? После этого? А потом после этого уже тортик с чаем. У тебя есть школа сегодня? А я загружаю. О, уже загрузилась. Сейчас нужно поставить фотографию. И все. Ладно, пока покушаем. Пошла? Дождь там идет, возьми зонтик. А, у тебя же капюшон. Капюшон наденешь. Что там за дискотека у Каролины? Сырые. Капюшон надень. Наверное. Будешь идти, капюшон надень. Давай. Все, пока. А мы гулять пойдем. Быстрее, гулять. Гулять. Гулять, быстрее, гулять, 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 гулять. Ты уже доигрался? Мой сладенький никак не выздоровит никак. Никак не выздоровит. Обезьянка. Ты обезьянка беззубая. Пойдемте. Бонни, гулять. Да, он все мокрый. Дождик идет. Так, все, я загрузила видео. С подарками. Сейчас буду монтировать влог. И потом мне нужно убирать. Убирать все нужно убирать. А слышишь? Ты такая смешная. Ты же вот с кем-то играешь, правильно? А то, что ты им в ухо поешь, ничего страшного? А? Им не мешает то, что ты поешь? Нет? Девочки, девочек тоже можно потерять. А, девочки тут лежат. Ксюш, пойдем канал открывать? Подожди, я сейчас вижу, посмотрю. Какое? Это кто? Это новый канал какой-то, что ли? А что они делают? Это канал Маша Кит. А что за челлендж? Скрепыши? Да. Ну, а почему у нас скрепыши не продают? Ну, потому что, я не знаю, это, наверное, в России только делают. Смотри, какие крутые, из них можно сделать... Такие браслетики, да? Да. А они что делают? Они это сначала они берут вот из этой коробочки бумажечки, смотрят на картинку на скрипыш, и потом должна на 10 секунд. И повторить, что ли? Да, а, из пластилина? Да, на Они должны сделать скрипушей из пластилина, да, такого же? Угу. На время. Прикольно. У них очень классное видео. И колокольчик. Подписались?
А это какой канал? По-моему, это с влогового канала вы смотрите, а в принципе не без разницы. Да, МК Фамилия. А какие видео они еще снимают? Челленджи? Ну, включи сюда. Я не знаю, я не видела такой канал. Маша Кит. Ух ты, смотри. У них много видео. О, слайм-челлендж, слайм-челлендж. Вот он, зелененький, вот он. Слайм-челлендж. А, у них, ну, у них похож на наш канал, да, чем-то? Тоже челленджи снимают. А мы приступаем делать животные, да, Маш? Хотите делать два газона? Испачкал твои! Вы, кстати, давно тоже видео не снимались со слаймами, да? Может, тоже какой-то челлендж снять новый? Давно мы не снимали уже? Уже и забыли, наверное, как слаймы делаются. Ну ладно, смотри, тогда досмотришь и потом будем открывать, да, канал? Ладно, я пошла тогда пока на кухню уберу, а вы смотрите. А ты хочешь, чтобы я тебе здесь заплетала? Все. Карина хочет косички маленькие. Так, ты устанешь стоять, нужно сидеть, я долго буду заплетать. Только? Да. А как сидеть? На стул? Да. Ну, либо я... Ну, давай, пока начнем, потом, когда устанешь, тогда, может, сядешь. Угу. В общем, мы сели делать, открывать новый канал. Сейчас. Название придумала? Mm-mm. Давай думай. Ну там в Инстаграме же было и забыла. Ну как называется? Забыла. Открыть нужно новый гимн. Ксения. Допустим, или вот этот, о, Ксения, или о. Твой пароль, так. Вот так. Телефон. Нам нужно теперь выбрать название канала. Вот так вот. Ксения Плей, либо Ксения Гейм, либо как ты хочешь. Ксения Плей или Ксения Гейм. Все. Нужно изображение какое-то потом. Видишь, пока только кат стоит. Есть у тебя теперь канал. Теперь его нужно оформить и снимать. На выходной завтра как раз суббота-воскресенье. Можешь снимать, начать. Что, боишься? Слышь, Ксюш, я сейчас отправлю дизайнеру. Сделать шапку и фото на канал. Иди ко мне. Бонни, ко мне. Ко мне, моя хорошая. Ко мне, моя девочка. Что такая погода пасмурная? Она как фоточка, она меня не любит. А что за страшилки вы смотрите? У нас вроде еще не Хэллоуин. Да, Хэллоуин. Что? Когда? Это что за страшилки? Так. Так быстро уже? На следующей неделе? Все, уже опоздали с костюмами. Да, уже все. Уже не успеет дойти по почте. Да, через неделю, это в Швейцарии тут. А, это Маша Кит? Это они такие видео снимают? Я думала, у них только челленджи. А у них еще и страшилки, оказывается. Страшилки мы любим, особенно Каролина. Да? Особенно Каролина любит страшилки. Ну вот видишь, ребят, вы спрашивали, кого смотрят девчонки. В принципе, они смотрят любые каналы. Они не только смотрят каких-то там, ну, популярных блогеров. Но вот так вот, если найдут интересное видео, даже канал вот, ну, не популярный, если, то они смотрят. Поэтому можете тоже посмотреть этот канал, может, вам тоже понравится. Маша Кит, да, называется? Маша Кит. Я не слышала, не встречала такой канал. Не страшно? А сам ко мне прижимается, смотрит. Вот так вот мы будем сегодня целый день валяться. Погода плохая, на улицу не выйдешь. Будем смотреть телевизор, да? Больше ничего нет. Больше делать нечего. Смотреть YouTube. Все, мы будем продолжать заплетать косички. Я надеюсь, сегодня я закончу. Раз, два, три, четыре. Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 10 косичек. Да. 10 косичек заплела только. У нее много волос, они еще такие длинные. Ничего себе, она еще на картингах ездит. Вот это да, Макс. Представь себе. Девчонка, девочка. На картингах. Ничего себе. Вот это круто.
Вот это Маша дает. Можно Максу? Максу можно, конечно, но я не знаю, есть ли у нас где-то картинги. Это нужно искать. Хотя бы прокатнуться на картингах, на машинках. Но она, Маша катается. Представь себе. С мамой. Все, закончила. У меня же руки устали. Но это еще не совсем мелкие, которые я плела ей. Я плела ей еще меньше. Еще тоньше. Все, довольна? Да. Хочу ладушки спечь. А ты что делаешь? Давай-давай, мешай. Так, я тесто уже завела. А, ложка чуть не упала. Так, маслица уже греется. И сейчас будут оладушки у нас. Видео 24 часа где? В ванне. Ну, ей хорошо повезло, она одна. А вас было двое. Это было очень неудобно. Она-то хоть одна, но она еще медведя притащила большого. Так, я села в ванну и буду с вами общаться. С подписчиками, лайки! Прикольно. Она еще снимала 24 часа? Не знаю. Вот. 24 часа в палатке. Вы такого не делали. 24 часа в палатке. Папа предлагал вам, помнишь? Угу. Папа предлагал, чтобы девчонки в палатках тоже делали 24 часа. Уже поздно. Да, но у нас палаток не было, и плюс уже было прохладно. Танцует там. Так, маслечко нагрелось вроде. Сейчас попробуем. Да. Нагрелось. Оладушки будешь кушать? Да. Да. Я что-то себя неважно чувствую. У меня слабость. Не дай бог, еще заболею. Мне болеть нельзя, категорически нельзя болеть. У меня нет на это времени лежать, болеть. Поэтому я себя очень часто настраиваю на то, что мне нельзя болеть, у меня нет времени на это. И поэтому я себя настраиваю на то, что мне нельзя. Что у меня есть детки, у меня много дел. Кто это будет все делать? Поэтому не даю себе болеть. Слегка так бывает. Насморк, либо кашель, горло, но так, чтобы лежать, температура с высокой, такого нет у меня. Могу немножко приболеть. Так, все, цветочек готов. Все, последний жарится, будем кушать. Вон сколько. Такие вот, смотрите, пышненькие. Я устала, честно. Ксюш, тебе Каролина отдала твой кулончик, который ты потеряла на диване, Билли Айлиш? А что, цепочка поломалась или порвалась, или что? Почему? Отцепилась? Все уснули. Сколько времени уже? 11. Тебе не говорю выходить. Открой дверь, выпусти ее и закрой. Пони гулять. Пони гулять. Пойдем. На поводочек. Перед сном обязательно надо погулять. Да ты не должна выходить. Я тебе говорю, просто дверь открой, ее выпусти. Ну что, ребят... Я что, сейчас буду ложиться спать? Сейчас уже 12:30, уже все спят. Ну, папа еще не спит. Сегодня заканчиваем. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем спокойной ночи.